Всем большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Раиль Арсланов. Хочу поделиться наиотличнейшей новостью этого года. Я наконец-таки запустил в продажу свой уникальный видеокурс по игре на гитаре под названием «Освоим гитару за 7 дней». Да, спросите, почему так мало роликов в последнее время на ютубе выходило? А все дело в том, что я в поте лица создавал в течение 4 месяцев данный курс. Ну, сначала я создавал методику игры на гитаре, то есть самую уникальную методику игры на гитаре и самую быструю методику в Рунете. Очень-очень много сил я потратил вот на это. Думал, реально ли сократить срок обучения игре на гитаре до минимума, чтобы человек сразу через неделю мог научиться играть на гитаре. И знаете что? Оказалось, это реально. Да. Уделил огромнейшее внимание данному вопросу, и в течение вот января, февраля, марта и апреля, начало апреля, создавал данный курс. По крупицам просто создавал, было нелегко, сразу скажу, много просто энергии пришлось потратить на данное дело. Но теперь курс родился, и он называется «Освоим гитару за 7 дней». Вот как он выглядит, ссылочка на этот курс будет в описании под видео. В чем уникальность данного курса? Уникальность заключается в том, что это самый быстрый способ научиться играть на гитаре в Рунете. Никто вам не гарантирует научиться так быстро играть, но а я вот попытался создать такую методику, и думаю, даже она получилась. Такая методика, которая наикратчайшим путем приведет вас к вершинам гитарного мастерства. То есть приобретайте, попробуйте пройти, оцените, насколько быстро вы получите базу для продолжения изучение гитары. Много полезной информации получите. Там я как сделал курс. Курс идет по направлению и классической гитары, и эстрадной. Вы получаете и знания нотные, научитесь читать ноты, разбираться в длительностях, научитесь играть аккордами, переборы, песни под гитару. То есть научитесь играть ваши любимые песни, все знакомые. Научу транспонировать любимые песни, чтобы было удобно петь. Ну и, конечно же, рассмотрим вопросы, как вообще петь под гитару. Ну и многое другое, конечно же, раскрывается в курсе. Более подробную информацию, также говорю, можете прочитать, перейдя по ссылочке внизу в описании под видео. Я там прямо расписал в первом уроке, что будет во втором уроке. Этот курс рассчитан для самых-самых начинающих, то есть, которые еще не знают о гитаре ничего. Но он также будет полезен уже ребятам, которые чуть-чуть занимаются, что-то могут зажимать. То есть много полезной информации там будет. И начиная от первого урока, с самого нуля, я приведу вас за руку, вот возьму вас и приведу до седьмого урока, где вы уже будете играть те же вещи, что играю и я на гитаре. Все это реально. Реально сделать за одну неделю. Да. Как вообще я сам начинал заниматься на гитаре? В курсе я поделился своим 7-летним опытом. Это довольно большой срок. Но до этого я учился играть в музыкальной школе, ну а позже и преподавал в других музыкальных школах спустя время. И знаете, это довольно большой срок научиться играть на гитаре за 3 года. Я 3 года ходил в музыкальную школу, и это довольно долгий процесс. Нудный процесс. У меня так же, как и у вас, ничего не получалось. Болели пальцы, я был самым полным нулем в самом начале. Ну, действительно, честно. Я что сделал? Первым делом, конечно же, купил гитару. Надо же было как-то начинать. И я знал, что играет на гитаре аккордами. Нашел в интернете аккорды к любимым песням и начал давай простые аккорды гонять. Ну, дальше этого, конечно же, я не пошел. Еще не разбирался в гитаре, не знал, что да как. Потом только, когда поступил в музыкальную школу, я начал потихоньку там все остальные фишки гитарные изучать. Ну, прошло 3 года, и я после такого вот 7-летнего опыта хочу сказать, что это слишком большой срок. Действительно, можно реально научиться играть за 7 дней. Ну, то есть за неделю реально освоить гитару. Не скажем прям супер гонять, но узнать всю главную информацию о гитаре, узнать расположение нот, узнать виды переборов,
виды боев и многое другое можно реально за неделю. При космическом желании играть на гитаре, при усидчивости и при трудолюбии. Ну и, конечно же, при соблюдении моих инструкций. То есть, если вы будете слушать меня, будете выполнять все домашние задания, гарантирую, что успех к вам придет обязательно. А именно так и нужно делать, если вы действительно реально хотите научиться играть на гитаре. И поэтому, чтобы, ребята, вы не мучились, не искали всякие левые ролики на просторах интернета, я вас возьму за руку и помогу научиться играть на гитаре наикратчайшим путем. Попробуем это сделать. Давайте сравним цены. Мой курс стоит всего лишь 2205 рублей. Это, можно сказать, очень-очень дешево для такой вот информации. Я не стал загонять цену, потому что хочу, чтобы больше людей научилось играть на гитаре. Это самое главное, на самом деле. Смотрите, есть частные школы, ну и есть простые музыкальные школы, куда я ходил. Но туда не берут уже после выпуска с основной школы. Поэтому остается частная школа. Частные школы берут очень-очень дорого. Я вот сам работал в казанской музыкальной школе частной «Мелодия». Там урок стоил 680 рублей, 45-минутный урок. Но сейчас стоит час. Это довольно большие деньги, ребята, согласитесь. То есть, если вы сходите на 3 частных урока, то уже получится такая же цена, как... Например, такая же цена, как если бы вы приобрели мой курс. Всего-то нужно купить один раз курс и уже дальше заниматься по нему. То есть, действительно, реальная выгода по сравнению с частной школой. Я так думаю, выгоднее все-таки приобрести курс. Следующий этап – это есть самоучители игры на гитаре. Их тоже много, но они и в письменном виде есть, но там разобраться порой бывает трудно начинающему гитаристу. Он не понимает, что за каракули, что за знаки, и, в общем, когда-нибудь добросает это дело. Ну, а я в своем курсе от лица первого гитариста, то есть вот как я сижу, как я смотрю, я также вас, для вас снял эту позицию, и то есть вы видите, как будто бы вы играете на гитаре. То есть я вот делюсь своим опытом, как профи, показываю, что да как, я делаю, что как играю. То есть все понятно, все наглядно и все видно. А по учебникам иногда бывает не все понятно. Поэтому вот такой вот курс я создал, ребята. Надеюсь, вы его поддержите. Если действительно вы хотите научиться играть на гитаре наикратчайшим путем, переходите по ссылочке внизу. Сайт называется arslanmusic.ru/7-дней-курс. Ну, внизу есть. Я думаю, это самое разумное решение для вас. Если вы все еще мучаетесь вопросом, какую гитару купить, какую гитару выбрать вообще, ну, как начать, с чего начать и как продолжать, может, у вас есть вопросы. Обо всем этом я, конечно же, говорю в своем курсе. И последняя новость, ребята. Сегодня выступаю в роли работодателя. Если вы хотите немножечко подзаработать, я вам могу предложить один из способов. Конечно же, мой курс «Освоим гитару» ищет партнеров для продажи этого курса. То есть вы можете пойти по ссылочке также в описании под видео и стать партнером данного курса, приводить людей, чтобы они покупали этот курс. И с покупки вы будете получать примерно 500 рублей, ну то есть 20% от самого курса. С 5 той продажи, то есть если 5 человек приведете, вы уже будете получать 30%, уже еще больше денег. В среднем будете получать 500 рублей за приведенного человека. Я думаю, это достойные деньги и не такой сложный способ заработка. Дерзайте, внизу все ссылочки. Не забывайте подписываться на Хижину Музыканта. Всегда вас рад видеть. С вами был Раиль Арсланов. До скорых встреч, пока. Но просто улыбнись и забудь о словах. Слышишь, сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит. И мне не нужен никто, кроме тебя одной. Когда я счастлив, я такой смешной.